Сегодня посреди белого дня на парковке у строительного магазина «Касинукай» прогремели выстрелы. На глазах у очевидцев был застрелен депутат самоуправления Лудзинского края и владелец деревообрабатывающего предприятия «Лусены» Андрис Любка. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Стрелок покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen Touareg. Сразу же госполиция начала масштабные поисковые мероприятия, в ходе которых был объявлен специальный план для перехвата преступника. Примерно через полтора часа удалось найти брошенный автомобиль нападавшего, а чуть позже был задержан и сам подозреваемый в убийстве. Стражам порядка удалось найти его по горячим следам. В совершении преступления подозревается Игорь Хайт, 1975 года рождения. Мужчина покинул автомобиль в Вэремской волости Резекненского края. Андрис Любка является единственным владельцем предприятия по деревообработке «Лусены», оборот которого в прошлом году превышал 18 миллионов евро. По данным Credivep, подозреваемый в совершении преступления Игорь Хайт является владельцем строительной компании «Резекнес Буфсервис». Полиция также установила, что перед выстрелами между нападавшим и жертвой произошел конфликт. Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье 116 Уголовного закона за умышленное убийство другого человека. Даниил Смирнов, Русал СМ.